Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это целый, огромный набор посуды от немецкого бренда Mercury House. Друзья, это самая выгодная покупка только одного дня. В комплекте вы получаете все необходимое для вашей кухни. И представит нам этот набор Александр Растунин, эксперт телеканала Shop & Show, шеф-повар России. Привет еще раз. Да, привет, привет нашим телепокупателям. Друзья, сегодня действительно уникальный набор. Посмотрите, какое огромное количество кастрюль. Целых 4 кастрюли, сотейник и сковорода. Вообще, этот набор выполнен из стали 1810. Эта сталь 1810, собственно говоря, придумана была в 1901 году в Германии для медицинских целей. И она прям так и называется, медицинская или хирургическая сталь, собственно говоря, 1810. Вы посмотрите, как хорошо прожарилась у меня семга. Посмотрите, какой великолепный стейк. И все это благодаря тому, что у нас есть капсульное дно. Именно благодаря ему пища готовится гораздо вкуснее, быстрее и, самое главное, прогревается абсолютно равномерно. Здесь как раз и работает тот самый процесс капсул, которые впаиваются в дно. Слушай, здорово, рыба идеальная получилась, она не прилипла, она целостная, то есть, соответственно, действительно работает профессиональная кастрюля. Так, скажи, пожалуйста, вот капсульное дно меня тоже заинтересовало. А что значит капсульное дно? Может, многие телезрители не знают, вообще, капсульное дно – это такая вещь, когда к общей чаше кастрюли припечатывается вот такой, казалось бы, небольшой листок, 3 сантиметра, но при всем при этом там сэндвич. Сэндвич из нержавеющей стали, обычной стали и большого количества никеля. И, собственно говоря, благодаря этому разгоняется тепло моментально по всей поверхности и внутри. Ну что ж, давайте посмотрим на этот уникальный набор по самой-самой выгодной цене только сегодняшнего дня. Огромная кастрюля. Смотрите, здесь вообще 12 предметов. В комплекте вы получаете все самое необходимое. Большая кастрюля 4,9 литра в объеме, почти 5-литровая. Далее, смотрите, 2,8 литра. Это самая ходовая, правильно? Вот, она всегда будет у нас использоваться. Еще у нас есть кастрюлька 1,9 литра. Слушайте, ну в такой кастрюле я гарниры, например, варю. Картошечку, гречку, рис, да? 1,3 литра, здесь отлично будет получаться каша с утра. Класс. Смотрите, еще у нас есть сотейник. Здесь можно яйца отварить, соусные блюда сделать. Сотейник должен быть на каждой кухне. Это удобно. И сковорода. Смотрите, здесь у нас 1,9 литра в объеме, а диаметр, да, 24 сантиметра. В каждого предмета есть крышки. Здесь все это готовый набор. Слушай, знаешь, вот я когда на новую квартиру переехала, ни одной старой кастрюли, старой сковороды я не взяла в новую жизнь. Я только вот новые наборы взяла с собой. И этому очень радуюсь. Знаешь, как-то вот готовится вкуснее, готовится с любовью. Мне хочется к плите подходить, потому что там все новенькое и кастрюли новенькие. Совершенно верно. Почему у нас с тобой получается все так вкусно? Многие спрашивают, что же это за сталь за такая интересная? Почему? Зачем? Чем именно она используется? Друзья мои, вообще в общественном питании по новому Санпину обязательное использование только такой посуды. Однозначно к ней ничего не прилипает. Там нет никаких запахов, просто не впитывается, потому что 1810 – это сталь и никель, которые там присутствуют. Вот благодаря как раз этому и благодаря капсульному дну, посмотрите, какая красота получается, какая вкуснота. Попробуйте сделать это на какой-нибудь алюминиевой сковородке с очень плохим покрытием. Никогда в жизни не получится. А здесь получается красота и вкуснота. То есть смотри, Саш, можно и пожарить, и потушить, и сварить. Конечно, конечно. Целый набор. В наборе и кастрюли, и сковородки. Саша, иди сюда, будешь мне помогать. Потому что многие телезрители сейчас скажут: девочки, мальчики, куда мне еще один набор? Где мне все это хранить? Смотрите, я вам сейчас секрет Саши покажу. Держи, Саш. У нас такая матрешечка с вами получится, поэтому не переживайте. Держи, мой хороший. Я держу. Главное, держи, не роняй. Вот. Оп, оп, оп. Смотри, видишь, то есть я считаю, что это сверхкомпактное решение. Ну и сковороду снизу еще можно поставить, вот так вот, да? Вот так, смотрите. Вот скажите мне, пожалуйста, найдется ли у вас место для этого комплекта? Теперь все сказали, да, беру, как одна кастрюля видит компактное исполнение. Причем
Причем, я смотрю, это не очень тяжело для тебя. Ты берешь весь набор, и ты не сгибаешься. Если бы мы, например, брали с вами что-нибудь чугунное или сверхкрутое литое из алюминия, точно бы, собственно говоря, у тебя руки обломились, правильно? Теперь тебе на язык, а? Руки обломились. Так, давай посмотрим, насколько там ничего не пригорает, потому что именно так я оцениваю качество кастрюль. Когда я готовлю с утра кашу, я не могу отвлечься и отойти от плиты. Я всегда должна помешивать. Ненадолго, если отошла, все, уже начинает пригорать. Да мы с тобой здесь вообще практически не находимся и ничего не делаем, и ничего не перемешиваем, и даже из-за того, что у нас есть капсульное дно. Капсульное дно, оно способствует быстрому разогреву. Обратите внимание, значит, там, где есть капсульное дно, разогревается моментально, там, где его нет, разогревается только в одном месте. И для разогрева абсолютно полной чаши вам требуется в 2, а то и в 3 раза больше времени. Кроме всего, капсульное дно разогревает одновременно, собственно говоря, всю чашу кастрюли, и это значит, что в одном месте у вас никогда она не будет перегреваться и не будет пригорать. Отлично, ничего не прилипнет, потому что это профессиональный набор Mercury House для домашнего использования. Слушайте, если старые кастрюли, выбрасывайте их по цене одной кастрюли, целый набор, все, что увидите на плите, кроме Саши.